Я Олейник Александр Анатольевич, директор Херсонского машиностроительного завода. Единственное предприятие, которое специализируется на выпуске зерноуборочных комбайнов. Также мы производим еще ряд другой техники. В общем объеме мы производим больше 100 наименований сельхозтехники. В коллективе у нас работает больше 1000 человек и налогов, уплаченных за прошлый год, более 20 миллионов. Украина всегда была аграрно-промышленным государством, и мы всегда гордились сельхозмашиностроением. К сожалению, за последних 20 лет мы не только деградируем, но мы практически 50% того потенциала, который был, мы утратили. Считаю, что сегодня нужно менять политику государства и нужно уделять внимание тому, что развивать промышленность. Украина не может только за счет аграрного сектора и за счет дотаций, которые дает Европа, выжить и обеспечить нормальные социальные выплаты, пенсии, зарплаты людей и нормальный уровень проживания. К сожалению, мы сейчас, основной экспорт у нас – это трудовых ресурсов с Украины. И если мы сейчас не предпримем никаких действий по поддержке развития промышленности, то мы реально превратимся в Нигерию или другие страны этого мира. Я поддерживаю проект, законопроект «Купуй украинское, плати украинцам», потому что этот проект направлен на развитие экономики и на создание нормальных условий проживания в нашей стране. Также мы в Херсонской области создали сейчас учебный центр по развитию дуальной системы образования. То есть мы совместно с управлением образования области, совместно с центром занятости, мы занимаемся подготовкой кадров. У нас есть люди, мы имеем потенциал. Единственное, нужно просто тех чиновников, которые сегодня поддерживают европейское, американское, российское, их нужно просто отправить на пенсию или отправить домой. От объединения организации работодателей Херсонской области, от всех предпринимателей, от всей промышленности Херсонщины прошу, дорогие депутаты, поддержите законопроект «Купуй украинское, плати украинцам». Мы должны жить достойно.